Всем привет, друзья! Пятница, 8 мая 2020 года. Моя прогулка с вами на побережье Колвердаун. Посмотрите, сегодня здесь у нас очень многолюдно. Ну вот, карантин людям уже изрядно надоел. Ну а потом еще сегодня, 8 мая, как вы знаете, европейцы празднуют окончание Второй мировой войны. Вот такие флаги. V-Day celebration, 75th anniversary. Это значит, 8 мая празднует вся Европа День Победы. У нас это 9 мая, а здесь празднуется День Победы европейских стран и Европы над фашистской Германией 8 мая. И вы знаете, что интересно? Я обратила внимание, что еще вчера все высыпали англичане и украшали свои палисаднички флажками английскими, шариками украшали. Вот сейчас, если смогу, я вам покажу, как украшены классно многие-многие дома англичан. Я вот сейчас ехала даже по дороге. Все машины украшены английскими флажками и флажками Великобритании. И еще, что меня удивило, что англичане тоже уже, понимаете ли, засиделись в этом карантине жутком. Наверное, хотят сами себе устроить какой-то праздник. И знаете, как они празднуют? Вот сегодня я шла по улице. Ну, улица немноголюдная, довольно-таки тихая. И вы знаете, что устроили там жители на этой улице? Они возле своего дома каждый вытащил маленький столик. И, значит, они нарядились. Там у них тоже стоят флажки Великобритании. Они нарядились в какие-то яркие футболки с флагами Британии. И на этом столике у них стоит у кого-то пиво, у кого-то вино, у кого-то даже шампанское, фрукты. И вот, вы знаете, что так интересно, они через улицу переговариваются, поздравляют друг друга, и вот как бы так вот виртуально даже чокаются там бокалами с вином, и весело хохочет, у них музыка играет, они пытаются праздновать вот таким вот образом. Я сначала проезжала мимо, увидела, вот такой столик стоит возле дома с фруктами и с вином. Там никого не было, я подумала, что это такое странное, что здесь продают или так раздают. А потом подъехала на другую улицу, смотрю, там уже сидят. Ну вот сидит семья за одним столиком, а напротив них за таким же столиком сидят их соседи. Они переговариваются, это так интересно, знаете. Я считаю, что это такая интересная находка, как бы то ни было. Но вот люди пытаются общаться, представляете, даже вот таким вот странным образом. Но все равно общение происходит. И вот посмотрите, даже у нас первые купающиеся 8 мая 2020. Ну что-то муж не решился. Он только снимает на видео, так же, как и я. А вот женщина, видите, плавала здесь довольно-таки долго. Hello. Смотрю опять на горизонт, на проливе Ла-Манш. Посмотрите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть огромных лайнеров. Стоит опять здесь на приколе в акватории. Куда эти пароходы идут? И почему их здесь столько много, несмотря на коронавирус? Вот видите, жизнь продолжается. Самолеты не летают. А вот пароходики, тем не менее,
курсируют. Вижу я на песке вот такие следы. И мне снова и снова приходит на ум песня. Снова тень наискосок, рыжий берег в полосках ила. Я готов целовать песок, по которому ты ходила. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Рыжий берег в полосках ила. Я готов целовать песок, по которому ты ходила. Здорово! Только вот уже целовать песок, по которому я ходила, что-то никто не торопится. Как говорится, поезд ушел, и слонику не светит.